Хорошие новости для наших телезрителей. «Самара ГИС» обновляет телестудию, и поэтому в ближайшие дни программа «События» будет выходить без ведущих. Сейчас идет демонтаж старого оборудования, после этого будет установлено новое, и канал перейдет на вещание высокой четкости. Сейчас весь мир практически перешел на вещание высокой четкости, то есть это HD, разрешение 1920 на 1080 пикселей. Ну, собственно, вот мы тоже переходим на это, мы идем вслед за крупнейшими телеканалами, отечественными и зарубежными. Весь процесс займет всего около 2 недель. После этого зрители смогут увидеть обновленный «Самара ГИС» с новым вещанием и, как всегда, актуальными и интересными новостями.